знания и диплом. Вот он ставил вопрос, вернее, сначала утверждение, что если бы человеку, пожившему, вернуть идеалы молодости, то он бы убил себя, потому что он понял, что он предал свои юношеские идеалы. Как же сохранить вот юношеские идеалы? И говорит, надо в юности заняться чем-то серьезным и заниматься всю жизнь неотрывно. Это ли не заявка на свое будущее?